Короче, ребят, сейчас к вам быстрое видеообращение. Я тут, в общем, скачал Windows 11. Скачал себе Windows 11, но что-то он какой-то, если честно, не особо 11. Здесь что-то я вижу от десятки промельгивает вот эти вот. Нет такого на 11 винде, ребят. Нет таких вот анимаций на 11 винде. Ну, как бы это 11, но она в то же время и 10. Посмотрите на этот меню-пуск. Ну, что это такое? Я же писал в самом начале при старте системы, что я хочу, чтобы у меня было все как на Windows 11. Почему это в центре, это не в центре? Ребят, кто знает, как решить мою проблему, пожалуйста, напишите в комменты. Если комменты закрыты, то вам прямой путь сообщества под последним постом. Потому что, ну, блин, я реально вообще без понятия, что мне тут с этой 11 виндой делать, как мне настроить. Я, в общем, хочу, чтобы это все было по центру, чтобы все было красиво. И да, еще одна неприятнейшая новость. Это сетевая карта перестала подавать признаки жизни. Я сейчас говорю вот про вот эту вот шнягу с антенкой. Как бы она мне отвечала за интернет. Вот эта вот хрень. Работала полностью исправно. Здесь еще зеленая лампочка мигала. Сейчас мы, как видим, лампочка никакая не мигает. Если мы сейчас зайдем в интернет. В интернет, я сказал. А где интернет-то? Вот это вот ваша 11-я винда. Ничего не понятно. Так. Вот какая-то такая вот у меня интересная винда стоит. Так, сейчас смотрим, значит, получается система. Дисплей. Где это было-то? А, вот, сеть интернет. Смотрим. Соединение отсутствует. Сетевой адаптер, вот. Что с ним такое? Он не подает признаков жизни. Как бы он прекрасно работал с 8.1, но сейчас он не отказывается работать, в общем. Ребят, я не знаю, что с ним делать. Он сдох, походу. Я не знаю, конечно, как и почему. Вы видите сетевой адаптер. Все сетевые адаптеры. Какой Ethernet 1 и Ethernet 2? Вот именно. У меня здесь Ethernet вроде, ну, на материнке есть, но, блин, почему вот этот сетевой адаптер не подает признаков жизни? Он никак не вылезал, я его не трогал вроде. Подключите Ethernet кабель к этому компьютеру. Сетевой кабель подключен неправильно или поврежден. Ребят, я не знаю, что за херь. У меня просто полетела сетевая карта. Что с ней, блядь, делать, не знаю, если честно. Извиняйте, конечно, но просто я уже не знаю реально, что делать, потому что винду установила, она какая-то херовая. Может, я ее снесу нахер и просто обратно 8.1 поставлю. Но что-то она мне пока что, если честно, не очень нравится. Первое впечатление так себе. Еще и подлагивает. Ладно, я пока установлю сюда все свои приложения. А вы подскажите, пожалуйста, в комментах, что мне с этой херотой делать. Просто я, если честно, вообще не в курсах. Так что жду вашей обратной связи.